Ау! Ты кто такой? Я Джин-обезьяна. Так, наконец-то я вас вижу, а то бью наугад, как дурачок. Ребята, бегите, я отвлеку его! Нет, Пиклз, не жертвуй собой, что ты делаешь? Он сейчас прям по... Вы не видели моего папу? Прости, слоненок, его только что раздавила эта снежная фигня. И не забирай малыша! Вам нужно пройти мои миссии, чтобы спасти слоненка. Офигел, что ли? Ты кто такой? Я брат Стингер Флина. Зацени мою крутую шляпу. Ты про ведро, которое у тебя на голове? Только тут она сидит за решеткой. Освободи меня, пожалуйста, Валеришка. Тебе нужно собрать мед с цветков. Если будешь себя хорошо вести, не попадешь в это место, как я. Далеко собрались. Я веселая фея Бунсила. Я здесь прыгаю уже 2 недели. Я сошла с ума. Да, ты точно. Это конечно, похвально. Это, конечно, браво. Свободно. Уходи. Ага. Спасибо, Валеришка, что спасла меня. А можно еще поискать моих кенгурят? Пиклз. Пиклз, что с тобой? Валеришка, а почему у вас 4? По-моему, я комната ошибся. Ставим. Это что, опять не больница? Ты опять ошибся, пушистые штаны. Ты когда уже, блин, карту себе купишь? Забодал. Какие вкусные яблочки. А что так мало, только 2? Они, блин. Ты как свинюха, ты похож на нашего этого... Свинтуса. Кота этого, мышку Тома. Вау! Напрыгнул. Не похож. Сам ты мышка Том, а ну иди сюда! Обалдеть, он разозлился, что мы ему всего 2 яблочка положили. Что это за прыгатня, блин, пошел? Мэлман! Бегите, ребята, я задержу его! На тебе, Журафина! Стрял, пушистые штаны висит над обрывом. Беги, Валеришка, меня уже не спасти! Пиклз, ты что там загораешь? Вставай, давай, дел куча. Я смотрю на звезды. Слышишь, ты что тут расслабляешься, пушистик? Вставай. Ой, что-то я задремал тут с вами, у меня куча дел. Слушай, у нас прям салата из брокколи хватит на неделю. Я люблю покушать. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Новые секреты Банбана 4, всем привет! Привет, друзья, мы на Валеришка Плей! Погнали, смотрим крутые видосы и смотрим классные фановские, ребята, моды. Так, погнали. Ребята, мы заканчивали третью часть проходить на том моменте, когда мы уехали с вами на лифте с маленькой опилкой. Потому что ее родители пропали в той бездне, куда засосала Стингер Флина, ребята. И что же нас будет ждать в четвертой части? Никто не знает. Погнали. Вау. Ух ты, какая комната. Это... Селин, это Пикстер. Доктор... Это похож на этого. Это похоже из на этого. На корпорации монстров. Да. Джамбо Джош, вон, смотрите, свинослон. А это кто с рогами такой? Мэлман наш. Это Пиклз. Ребята, всех посмотрим. Друзья, сегодня очень много крутого. Да. Поддержите нас лайком, до конца досмотрите. Там тостер? По-моему, я комната ошибся. Да, пушистые штаны, ты ошибся. Тостериха, такой... действительно. Это девушка этого нашего... Тостера. Шерифа. Так, он погнали. Такой... А как он сюда в эту трубу вылез, этот пушистый штанный товарищ? Может, он там подпрыгнул? Ключ-карта лежит, как обычно, под дверью. Да. Все, чтобы мило. Не заморачиваться. Да, чтобы долго не искать. Заходим. Вау. Кто каждая это? Комната посвящена определенному монстру. Здесь у нас, ребята... Какой-то странный... Свинослон. Как его Пиклз. Зовут, ребята, кто знает? Пиклз? Это какой-то... Это розовый Пиклз. Ага, запоминай. Лево, право, право, лево, лево. Это, ребята, это как игра в кальмар. Как стеклянный мост в игре в кальмара. Лево. Прыгаем. Я право, блин, паркурист. Право. 2 раза лево. Лево, лево. Ну ты и сложный, блин. Вообще. Вот, блин, с первого раза вообще не прошло. Заходим. Далеко собрались. О, нет, слоняра. Нет, ты далеко. Схавал? Блин. Вы что? Хана. Так. Бан-бан. Ой, Бунсила. Комната Бунсилы, ребята. Чего-то ее нету. Здесь мы проходили с вами, искали Тостера. Преступников. Только тут она. Только тут она сидит за решеткой. Вау. Освободи меня, пожалуйста, Валеришка, тебе нужно собрать мед с цветков. Если будешь себя хорошо вести, не попадешь в это место, как я. То есть, за решетку, что ли? Да, а что ты такая странная? Очень странная, хвостиком виляет. Такая. Так, ладно, погнали, ребята, нужно собирать? Да. А куда собирать? Ага. Ой! Ведра. Иди сюда. Собираем, берем ведерко. А у них же глазики в разные стороны. Должны. Ребят, мы выполняли эту миссию в третьей части. Да. Но теперь нам нужно собрать мед, то есть нектар цветочков. И загрузить их пчелки, в ведерки. Блин. Да, мы пчелки с вами. Да вообще. Только какое отношение имеет Бунсила к нашему пчелкам? Этому? Пчелкам.
пчелкам и к миссии. И к миссии Тотстера, непонятно. Так, поставили. Очень странные люди. Кто создавал этот мод? Ну, такая карта-то повторяется почти что. Единственное, что нету жаби вот этой попрыгушки, которую мы проходили с вами в третьей части. Ребята, обязательно посмотрите. Где мы шапку наше нашли. Полное прохождение третьей части Банбана. Так, нам надо 4 найти, да? Давай, еще один. Где? Нектар есть? А вот ведро, о, прям под цветочком. Все. Отлично. Все, Бунсила, мы тебя сейчас освободим, уходи. Не боись. Будешь это? Свободно. Уходи. Ага. Спасибо, Валеришка, что спасла меня. А можно еще поискать моих кенгурят? Кого? Где? Зачем и почему? Комната снов Ниблера. Он какой-то очень странный. Видели? А что нам говорит? Веди себя тихо. Никто не любит шумных в комнате. Никто не любит шумов в комнате, где все должны спать. Вы должны здесь собрать предметы, касаемые сна. Ну да. Такой... Немножко странноватый. Большое спасибо странный. Каналам, которые делают такие моды. Ссылочки будут в описании. Да. Ребята, обязательно досмотрите до конца и напишите, что вам больше понравилось. Сегодня очень крутые боссы. Да. И в конце сюрприз. Офигенский будет босс. Вау. Так. Мы собираем здесь что, планшет или листики? Спать мы собираем? Будем. А, спать будем? А зачем нам листики? Мы, наверное... Сны. А, мы собираем сны. Вот Боже. Это я тупак. Я совсем Ниблер забыл. Ниблер собирает сны. Точно, Ниблер собирает сны. Мы сейчас ему понесем. Ага. Мы их сначала сейчас положим в баночку, засолим, замаринуем. И отнесем ему. Как подарочек. На, да, годовщину. Открываем, заходим. А вот и баночка. Ой, класс. А что у нас жижей какой-то? Голубенькая, красивая. Сны. А что у него глаза горят? А это отблеск. Ладно, погнали. Что же жуткий такой? А у него как будто глаз не видно. Да. Заходим. Интересно, как он будет выглядеть в реальности. Я боюсь представить. Если вот такой на картине, то да. Ниблер, это Ниблер, ты? Мы принесли тебе баночку с анализами. Да. Сейчас мы тебе поставим. То есть с детскими снами хотели сказать. Давайте скинем. Ставим. Это что, опять не больница? Ты опять ошибся, пушистые штаны. Ты когда уже, блин, карту себе купишь? Забодал. Какие вкусные яблочки. А что так мало, только два? Они, блин. Ты как свинюха. Ты похож на нашего этого... Свинтуса. Кота этого, мышку Тома. Вау! Напрыгнул. Не похож. Сам ты мышка Том. А ну иди сюда. Обалдеть, он разозлился, что мы ему всего два яблочка положили. Что это за прыгатня, блин, пошел? Мелман! Бегите, ребята, я задержу его! На тебе, Жирафина! Ты кто такой? Я брат Стингер Флина! Поздравляю, коллега! Так, смотрим. Действительно, брат Стингер Флина говорит нам. Что говорит, непонятно. Поехали на лифте, посмотрим. О, господи, смешались люди-пони. Да, монстры новые, но какие-то все... Ой! Я веселая фея Бунсила, я здесь прыгаю уже 2 недели, я сошла с ума. Да, ты точно. Это, конечно, похвально. Это, конечно, браво. Так, мы должны здесь собирать кубики, чтобы расставить их в правильном порядке на нижней локации. И не попадаться этой кенгурятине, потому что она реально уеханная так. Раз она прыгает тут уже 2 недели. Еще одна кенгуру отъехала от перрона. Бывает. Сейчас поставим. Так, желтый, красный, синий. Желтый, красный, желтый. Красный, синий. Все классно. Так, здесь у нас... Красный, зеленый, красный. Да, вкус. Так, здесь у нас красный, красный, желтый. Красный, желтый. Так, здесь у нас зеленый, синий, красный. Синий, красный. Потом синий, зеленый, желтый. Синий. Желтый, зеленый, синий. Вон. Я сверху читала. Так, все, ребята, мы прошли. Выпускай нас. Ой, карточка появилась. В цвет Бунсилы. Бунсила, обалдеть. Тебе карточку принесли? Карточку? Да и фиолетово, смотри. Ну, она же фиолетовая и фиолетовая. Точно, она подождать, пока она пропрыгает. Такая. Что же хвостом нас долбанет? Она как будто... Мы тебе что, зря мед собирали? Вот это освобождали тебе, что ты нас тут хавала почем зря. Она как будто напилась чего-то там. Ну, она ж нектара, напилась меда. Зацени мою крутую шляпу. Ты про ведро, которое у тебя на голове? Да. Брат Стингер Флина веселый, друзья. Даже веселее, чем Стингер Флина. Поддержите лайком эту серию, обязательно досмотрите до конца. Это официальный трейлер 4-й части. Помните эту карту? Мы находили с вами, да, когда сражались с Такамаки и Яматаки. Вот эти Чаматаки и Такамаки. Это стол. Кто-то ведет расследование. Шляпа шерифа. Это Тотстер, ребята.
где сам? А где сам Тодстер? Мы задаемся вопросом. Такая крупная съемка прям вообще. Прям. Его шерифская звезда, посмотрите. А Тодстер? Значок, а Тодстера нет. Тодстер все. Странно. Можете уже, ребята, в стиме добавить в желаемое, как только выйдет, вам пикнет. Ну, вау, ребята, продолжаем сбегать от снежного человека. Да. Тогда мы с вами закончили на том, что нас подхватил с вами слон Пиклз. И благодаря ему мы смогли с вами удрать из этой комнаты. И продолжаются наши приключения. Погнали, садимся, поехали. Слоняра, вези нас во весь опор. Только у тебя... Мы можем контролировать. Ног. 2, 3, 4. Две, походу, у него, да. Оббегаем. У нас здесь управление. Причем нас... Вау, он еще нам мешает. Ты что нам тут подпаливаешь? Йети. Быстрей. Молоточки. Он такой... Сейчас собьет нас. Не догнал. Сейчас. Мы можем ускоряться. Да. Если супер. Надо, ускоряемся. Это напоминает какую-то жуткое Roblox Obby. Очень сложное. Очень жутко. Опа, не поймал. Нам нафиг, мы такие... Так, где мы? Пиклз. Вау, Пиклз, что с тобой? Валеришка, а почему у вас 4? Это почему у тебя с глазами? Это что у тебя с глазами? Он у нас любит падать. У нас обхобот спотыкается вечно. Дать снежному человеку нажать на кнопку. Тогда мы его, скорее всего, пройдем. Вот эту по этой кнопке он должен долбануть. Левее чуть-чуть надо было. Дружище, ты чуть-чуть не попал. Левее. Так, мы его заманиваем. А если я заманю его прямо на кнопку, он же меня раздавит? Вполне себе вероятно. А у него один глаз. Как он видит? Не знаю. Он никак не видит вообще. Он в этой комнате, его глаза нет. Он бьет наугад. Лишь бы куда-то. Ну да. Как он еще в Пиклза не видит? Не знаю. Пиклз лежит, ему вообще все по барабану. Как, интересно, зовут этого монстряка? Ох ты. Не дотянешься. Ай, не поймал. Ручки маленькие. Он попал по кнопке? А, нет. Кому-то. Так, наконец-то я вас вижу, а то бью наугад, как дурачок. Ребята, бегите, я отвлеку его. Нет, Пиклз, не жертвуй собой, что ты делаешь? Он сейчас прям по кнопке ударил. Обалдеть. Ой, ему присоска прилетела. Прям вовремя. Прям в глаз, в его единственный. Пиклза жалко. Где мы? Кушай мясо, как я, чтобы быть таким большим. Вы не видели моего папу? Прости, слоненок, его только что раздавила эта снежная фигня. И не забирай малыша! Вам нужно пройти мои миссии, чтобы спасти слоненка. Офигел, что ли? Может, я присутствую? Ребят, продолжаем проходить нашего высокого ведька, наше сумасшедшее брокколи. Тогда мы с вами закончили на том, что мы его запутали. И он успел отломать вентиля и вырасти. И просто проломал под собой нафиг весь пол оранжереи. И мы тоже. Представляете, мы тоже провалились вместе с ним. Вон, смотрите. Пиклз застрял. Пушистые штаны висит над обрывом. Беги, Валеришка, меня уже не спасти. Как не спасти? Так ты там на мягкое упадешь, там брокколи валяется. Там не высоко, не бзди, пушистик. Блин, это на нас упало? Нет. Это о, вот смотри, упало. Кусочки брокколи. Там получился прямо из высокого Виктора целый салатик. Можно поесть. Пиклз, ты что там загораешь? Вставай, давай, дел куча. Я смотрю на звезды. Иди нафиг, звезды их нету, вставай. На потолке нету звезд, Пиклз. Не ведись, тебя обманули. Он такой, ой, блин, ладно. Слышишь? Ты что тут расслабляешься, пушистик? Вставай! Ой, что-то я задремал тут с вами, у меня куча дел. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Мы тебя спасли вообще-то. Ну да. И так бы лежал. Ты пошел в стенку биться, Пиклз? Слушай, у нас прям салата из брокколи хватит на неделю. Я люблю покушать. Серьезно? Да, пушистик, по тебе видно. Пиклз, ты что тут стоишь задуманный такой? Он не пролезет в дверь. Застрял. А, он не может пролезть? Но мы-то пролезем. А, он нам указывал проход. Ребята. Вот что он тут стоит. Это же, помните, из фановского трейлера комната. Как его зовут? Джаспер или Дж... Кто знает, как зовут этого персонажа зелено-фиолетового, у которого вся локация разделена на две цветные зоны. И у которого, блин, на полу цветы растут вечно. Двухглазый клоун. Клоун? Че ты думаешь, он клоун? Ого. А его дверь тогда была открыта, а сейчас она заколочена. Да, чтобы. А кто тебя заколотил? День 47, последний день экспериментов, но что-то пошло не так. Вау! Кто это такое было? Офигеть! Видели размер когтей? Папа, что ты открыл? Я не знаю, я открыл какого-то, я не из этого. Какую-то дверь ты неправильно открыл. Ящик Пандоры. Пандоры? Нельзя было это открывать.
вообще. Вы посмотрите только его глаз размер, он даже больше большого этого, нашего капитана Фиддлса из второй части синего. Он нам написал, попытайся что-то сделать со мной. А что я с ним сделаю? Починить? Как я тебя починю, ты меня раздавишь, как таракана. Сейчас починишь. О, все, я починился. Я улетел, упал. Ага, бай-бай. Так, где мы? О, да, это комната. Была эта комната, ребята, на этом же канале. С многими дверями. Да. А некоторые даже сломаны, чтобы только твоя одна часть могла зайти. Так, причем, что характер... Вау! Ты кто такой? Я Джин-обезьяна. Чё? Кто? Откуда? Ребят, напишите, если хотите продолжение в комментариях. Лайк поставьте этой серии. Смотрите все видео на всех наших каналах. Валеришка, Максим, Play Games Family. Все ссылочки внизу под этим роликом. В описании. Переходите. Мы вас очень любим. Мы стараемся только для вас. Вы нас самые лучшие. Всем пока-пока. Пока-пока. Жмите на следующее видео. Ждем вас там. Пока. Пока.